Теперь счета по новому тарифу будет выставлять рекоператор. Один для многоквартирных домов, второй для частного сектора. Почему новая система обращения с ТБО так важна? Об этом мы спросили у экспертов. Вот точка зрения коммунального омбудсмена Анатолия Вершинина. Сегодня в Челябинской области утверждены тарифы на вывоз твердокоммунальных отходов. Они составляют 67 рублей с зарегистрированного человека для многоквартирных домов и 52 рубля для индивидуального жилого фонда. Необходимо отметить, что на фоне в целом России и Уральского федерального округа это одни из самых низких тарифов, потому что, например, соседняя Свердловская область, там тариф на вывоз ТКО составляет 148 рублей для МКД и 160 рублей для индивидуального жилого фонда с одного зарегистрировано. Такие же примерно цифры в пределах 140-160 рублей в Ставропольском крае. Новая система заработает полностью у нас в регионе с 1 января. Самое главное, чтобы все ответственные и региональные операторы, все их подрядчики обеспечивали своевременный вывоз твердокоммунальных отходов, а также соответствующую переработку. Есть утвержденная схема территориальная, которая должна выполняться. На подобные тарифы переходит вся наша страна.